І зараз ми будемо вручати золоті мандарини. Итак, золотой мандарин в номинации «Самый яркий дебют этого года» вручает обладатели золотого мандарина в этой номинации Юлия Знак и Мария Крути! Итак, золотой мандарин в номинации «Самый яркий дебют этого года» А можно вас попросить сесть? Извините. Это должно было быть гримирование. Давайте еще раз. Я попробую сначала. Номинация «Гримирование». Итак, золотой мандарин за успехи в гримерном мастерстве вручает лучший гример студии, обладатель золотого мандарина в этой номинации Анастасия Донец. Итак, золотой мандарин Анастасия Донец вручает Анастасии Пащенко! Одна Настя гордо передает эстафету другой Насте. Ваши аплодисменты! А вот теперь номинация «Самый яркий дебют года». Итак, вручаем обладатели золотого мандарина номинацию «Самый яркий дебют года» Юлия Знак и Мария Крути. Вот теперь ваш выход. Итак, золотой мандарин. Внимание. Золотой мандарин. Самый яркий дебют года получают... Страшно? Ольга Зелинская и Владимир Сапана! А у нас еще одна номинация «Золотого мандарина». Номинация «Пируэт». Итак, за танцевальные успехи эту нашу награду мы вручаем... Сейчас я скажу, кому мы вручаем, но для начала попрошу выйти на эту сцену того, кто будет вручать эту номинацию. Это человек, который является обладателем Гран-Батмана. И это... Кто вспомнил? Ивана, выходи, Ивана! Итак, золотой мандарин в номинации «Пируэт» вручается